Приветствую, друзья. Вот тут мне письмо написал наш участник школы «Человек будущего» Homo Futurus. Вот такое письмо вот Акбар Ашиков. Я тебе очень благодарен, я хочу, чтобы все послушали. Значит, вот он написал что? Знаете, я тут подумал, что фраза «ну и что?» – сильная фраза. Она сразу ассоциирует безразличие. Так вот, если в какие-то моменты, когда можно наплевать, сказать себе «ну и что?». Может быть, это и тяжело сделать в отдельных случаях, но это также может быть как и индикатор. Сможете ли вы сказать на проблему «ну и что?». Ну, интересный подход. Но это психологический подход. Потому что есть и психофизиологический. Вот чем отличается? Психологический – это на уровень психологии. У кого получается, у кого не получается, кто верит в это, кто не верит, кому помогает, кому не помогает. А вот психофизиология – это что? Когда вы инстинктивные действия, это я уже говорю, когда вы инстинктивные действия, согласующие психические и физиологические процессы в целостность, да, берете под свой контроль и осуществляете осознанно те действия, которые обычно вы делаете инстинктивно. Потому что в инстинктивных действиях, в защитных действиях, там как раз-таки происходит согласование психических и физиологических процессов. Я вам сейчас пример приведу. Помните, я как-то вам в одном из роликов рассказывал, что когда я увидел в Польше, я обучал группу людей в издательстве журнала «Общачулка», это было много лет назад, и там одна паня, она когда выходила на состояние, она стала покачиваться, когда она делала вот эти идиомоторные упражнения, левитирующие, она стала покачиваться, и вдруг я заметил, что в этот момент у нее веки стали вот так дрожать. Да, вот так вот она делала. Она же не знала об этом, и я не знал об этом. А я это заметил, знаете, через много лет, когда просматривал видео. И когда я уже понимал, что такое может быть, я тогда это и увидел. До этого я много раз видел и не обращал внимания. Поэтому это не зря мы в прошлый раз говорили как-то, что человек обращает внимание только на то, что он уже понял или на что ему указали. И вот я сейчас вам указываю. Смотрите, что интересно. Я тогда заметил, что когда она это делала, у нее веки стали дрожать. Но иногда такое бывает, когда человек в сон входит или выходит из сна, да, или в транс погружается. Что это такое? Это инстинктивное повторяемое действие на высоких частотах, которые согласуют психические и физиологические процессы, то есть биологию нашу и психические процессы, организм и нашу психику в целостность, снимая лишнее напряжение. Поэтому я всегда говорю, повторяемые движения снимают напряжение и так далее, и так далее. И мы на этом строим и ключ, и ключ 2, и так далее. Вот теперь слушайте внимательно. Что пишет дальше Ашиков? Акбар Ашиков пишет дальше вот что. Я добавил к хаотичным движениям глаз, а я говорил в прошлый раз об этом, что пятисекундную делаю хаос глазами. Да. Вот он добавил к хаотичным движениям глаз одновременно быстрое моргание. Он добавил сам. И заметил, что с морганием сильнее снимается стресс, напряжение. Ко всему этому еще начинает автоматически быстро-быстро происходить повороты головы влево и вправо. И так прям трехуровневая синхрогимнастика получается, синхронизация. Но это может быть у меня так, он так пишет мне. Но моргание с хаотичным движением глаз классный эффект дает. Спасибо вам за эти гениальные упражнения. Вот что он мне пишет. Спасибо тебе, Акбар. Потому что ты на самом деле сейчас формулируешь уже самостоятельно, сам, как прекрасный участник школы «Человек будущего» Homo Futurus, ты формулируешь сам, на самом-то деле что? Обратите внимание, друзья, внимание. Формулирует механизм, который мы объясняем по формуле ФА. То есть одновременно происходит здесь, на разных уровнях, с разными частотами,
и с разными амплитудами, и с разными направлениями формуле ФА, когда вы конкурентные действия одновременно совершаете на разных уровнях. Почему? Потому что на уровне одном, на уровне другом, тут многоуровневая логика в системе организма, как и в обществе. Вот теперь смотрите, что происходит. Одновременно разночастотные, разноамплитудные и разнонаправленные движения происходят, потому что многоуровневая система синхронизируется в целостность, в которой на каждом уровне своя характеристика процессов. Поэтому, если вы решаете какой-то волнующий вопрос, думаете о нем и отпустили свое тело на свободу, оно начнет вам выдавать некоторые моменты такие на разных уровнях по-своему. Вот это формула ФА, потом мы это смоделируем сознательно. Да, и тело превращается, организм превращается в инструмент для решения этого вопроса. И формула ФА получается. Потому что мы формулу ФА как это обучали? Мы говорили, берете, одновременно делаете разные конкурентные действия, чтобы научиться сбрасывать стресс почти мгновенно, выходить на состояние свободное, да. Ну, это просто за несколько секунд вы выходите на состояние, которое по ключу обычно. Надо там несколько минут, там десяток минут, если у вас стресс. А тут быстро, потому что метод развивается, приемы развиваются, усовершенствуются. Так вот, не забудьте, когда вы решаете волнующий вопрос и отпускаете свое тело, и оно превращается в инструмент, где на разных уровнях происходят такие вот хаотические движения. Кажется хаотически, а на самом деле идет согласование. Так вот, посмотрите, что интересно. Это я понял и говорю сейчас вам всем. Почему? Потому что точно так же я просматривал старые видеофильмы, когда я много лет назад обучал группу людей, и там я увидел женщину, она говорит, вы знаете, я, говорит, утром, когда встаю, я делаю эти упражнения, и в этот момент себе представляю, что день у меня пройдет хорошо до самого вечера, и ничто не нарушит мне моего настроения. И когда она это говорила, она как-то невольно, как-то что-то с телом у нее происходило. То есть какая-то синхронизация происходила, гармонизация в целостность. Она вспоминала это, и у нее уже происходило что-то. Так вот, смотрите, я ей тогда сказал, прямо на видео я смотрел, как я это делал. Да, правда, волосы у меня еще тогда были черненькие, я был такой красивый, молодой и так далее. Но я это шучу. Так вот, смотрите, я ей тогда сказал, а ты вот сейчас, вот группа сидит, вот твои коллеги, это школа, кажется, была, группа сидит. Ты можешь сейчас немедленно, если ты вот волнуешься, вот выступаешь сейчас, немедленно снять у себя стресс и настроиться на это хорошее настроение? Она говорит, да, и она вот так встала, задумалась над этой задачей. И в этот момент тело у нее начало совершать такие автоколебания. Причем интересно, вот она как-то думает, и в этот момент тело, ну, условно говоря, ей помогает думать. А почему у нее так происходило? Потому что она была раскрепощенная. Она до этого училась снимать нервно-мышечные зажимы, снимать скованность, и поэтому, когда она должна была, по моей просьбе, буквально за секунды привести себя в хорошее состояние при всех, которые на нее смотрят вот так вот. А для них это было вновь. Как это так? Человек стоит, они же привыкли, что когда кто-то выступает, напрягается. Она как-то раз, как-то на себя раз перестроила, и буквально через 5-10 секунд она уже была такая, потому что у нее что-то произошло, какое-то колыхание в теле произошло. Так вот оно. А если человек уже обученный, да, это антистрессовая подготовка у нас называется, обученный, он это делает внутри так мгновенно, быстро. И никаких колыханий сверху не видно. Просто я вам рассказываю механизмы, что на разных уровнях, на разных частотах, с разными амплитудами, потому что это разные же уровни организма. Уровень дыхания, уровень сердцебиения, альфа-ритм, бета-ритм мозга, это же разные уровни, да? На разных уровнях происходит согласование в соответствии с тем,
какой вопрос человек решает. О, как интересно. А формула ФА это что это вообще? Формула ФА. Формула автоматизации начатого действия. Да, это потрясающе. Поэтому, если вы инстинктивные процессы, которые помогают вам согласовывать вас в целостность, то есть в здоровье, возьмете под контроль сознание, например, потренируемся, как одновременно моргать, одновременно двигать глазами, хаос этого, хаос глаз, одновременно маятник глаз, одновременно оцепенение глаз и одновременно делать элементы синхрогимнастики какой-то. Вместе все сделать, будет такая не трехуровневая уже, пятиуровневая синхрогимнастика, мгновенно дающая эффект. То есть мы все время приближаемся, как участники школы «Человек будущего Homo Futurus», к тому, чтобы со скоростью инстинктивных реакций за мгновение сбрасывать лишний стресс, выходить на поиск изобретательских решений, потому что человек по природе творец. Человек по природе творец, от чего у него бывает стресс? Откуда вообще он творец? Он творец потому, что в его генетике потенциал всех стадий предшествующих эволюций, развития. Он творец по природе, естественно, по природе своей, но не дает себе быть творцом по разным причинам. Или ему не дают быть творцом по разным причинам. И он разрушается, и у него возникают неврозы, стрессы, проблемы, депрессии и так далее. Поэтому быть собой – это значит быть творцом. Но мы об этом еще дальше поговорим. Я это к чему? У нас скоро будет вебинар. Вебинар будет посвящен отвыканию от вредных зависимостей и вредных привычек с выходом из тревожности, которые нас иногда преследуют, из каких-то таких фоновых, депрессивных, бытовых депрессий, не эндогенных клинических, а бытовых депрессивных состояний, выходить оттуда, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы за секунды приводить себя в порядок в любой обстановке. Такой вебинар у нас скоро будет, в четверг в 20 часов. Я для этого все и рассказываю, в чем логика и в чем механизмы, как человек может по научному методу, потому что метод ключ как раз-таки он проверен, и не только проверен, а дает автоматический результат, поскольку это нейрокибернетика. А как говорит Николай Сорокин, наш участник школы «Человек будущего» Homo Futurus, это кибернетика стресса. Она дает гарантированный результат, независимо от того, что мы по этому поводу думаем. Потому что мы, эти алгоритмы, это просто осознанное использование бессознательных механизмов, работающих у нас автоматически, гомеостазе для сохранения внутреннего равновесия. До встречи, друзья!